Это говорит крыша на северном Власихинском проезде сгорела дотла. Неправильно припаркованные машины помешали вовремя подъехать к месту аварии. Этот пожар еще в прошлом году заставил спасателей задуматься о том, как можно эффективнее использовать пространство барнаульских дворов. Сегодня протестировали уже второй беспрепятственный проезд. Практически мы подошли к этому и продемонстрировали, что один из самых больших автомобилей, который находится у нас на вооружении пожарно-спасательного отряда, это в качестве коленчатый подъемник 54 метра. При ее габаритах данное место, она позволяет скорейшей и правильной установке. Важно и время. Часто спецтехники мешают узкие проезды, бетонные блоки, шлагбаумы и, конечно, неправильно припаркованные машины. Последним уделили особое внимание. И, возможно, рядом с вашим домом скоро появятся дорожные знаки, которые отнимут простор для парковки, но позволят развернуться спецтехнике. В случае, если остается машина больше, чем на 5 минут, работают правила дорожного движения, проходит эвакуация транспортного средства, и эти площадки должны быть всегда свободны. Но мы планируем такие работы проводить. Сейчас чиновники и спасатели ищут возможность включить создание площадок в какую-нибудь программу. Тогда удастся сделать больше удобных проездов. Но остается проблемой старожилой фонд. Здесь простор пока только для инженерной мысли. Андрей Дриер, День с толком.